Всем привет. Ну, короче, не всем привет, а всем доброе утро. С вами Соня и... Ми-ми-ми. Так, от крошечка, пока ми-ми-ми. Мама хочет эту маленькую крошку назвать Марсик. Марсик. Ты у нас Марсик, что ли? Марсик, 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 Марсик. Хорошенький. Тут и ангелок. Марка ходит. Кроха, иди сюда. Кроха. Он еще маленький, поэтому можно так. Чудо! Ку-ку. Кстати, он один раз. Надо было сказать маму, он один раз пописал. И если вы пишете и вещаете истерики, устраивайте ему сразу горшочек. Да? Есть еще горшочек? Или горшочек? Что ты делаешь? А? Чудо в пере. Кстати, тоже с ним очень осторожно, потому что он маленький котенок. А, нет, нет, нет. А, нет. На руках пальчики какие вкусные. Это еда. Не знаю, что прикол. Когда по утрам мне почему-то слезятся глаза, просто мы сами слезы, как сказать, там опускаются, то очень странно. Потому что это может быть, это что болезнь. У меня реально каждое утро слезятся глаза. Я просыпаюсь. Какое чудо. Какое милкое чудо. Пусти мою руку. Знаешь, что такое камера? Камера не знаешь? Но он еще все еще маленький, поэтому такими играми заниматься другими ему еще рановато. Ему нужно только догонялки, все остальные. Я тебе сейчас покачаю. Ну что, тебе нужно качать его осторожно. Блин, я жестко кусает. Это маленькое чудо кусает меня. Ну, это хорошо. То есть, если когда ты, наверное, косяк держи кусать. Какой хороший мальчик. Какой хороший мальчик. Мальчик хороший. Да? Хороший мальчик. Хороший. Это иди. Кажется, то, что он мне напоминает Надика. То есть, когда он был еще чуть-чуть котенком, то жадик. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Ты какой хороший. Ему, наверное, нужно покушать. Ну что, будем кушать? Будем кушать? Ну что, козюля? Будем кушать. Кстати, как раз Надя приезжает сегодня играть бабушку. Я имею в виду, что она как раз приезжает посмотреть на такую чудю. Чудю. Смотрите, какая она чудя. Ой, точнее. Я хотела назвать Тимура. А маму хочет назвать Марзик. 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 Барсик. Марзик. Марзик.
Ой, там лисёнушка. Смотрите, как так, мне придется этого носатика запустить, потому что сейчас он истерики будет устраивать. А ты, пожалуйста, джентльмен, товарищ, не кусай мои пальчики. Вообще все канажи котятки нужно, ну, когда у них один месяц или ноль вообще месяцев. Спасибо, что ты укусил мою ручку. Только дай мне встать, пожалуйста. Такая днюшечка. Такая чудо. Черненький. Он еще маленький, вот. Он так встал, посмотри, это черная штука. Он подумал, что это черная. Что это такое? Что это за черная штука? Потому что он его не знает. Но я найду какую-то какую-нибудь игрушку. И он, короче, побесит. Ами. Короче, если вам понравилось мое видео, пожалуйста, поставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал и, пожалуйста, поставьте за это чудо лайк, потому что придется за ним какие-то месяцы, года следить за ним, ухаживать, играть с ним, кто будет вообще его укладывать в плач. Будет за горшком, потому что мама не может. Да, чудо? Чудик. Чудо. Марсик. Марс. Ладно, короче. Всем пока-пока.